Максимов, автор Равия Мусина, Республиканский центр татарской культуры Республика Марий. И старинный национальный костюм в некоторой степени видоизменился. Стилизованный под татарский костюм может иметь другой дизайн или длину, но в нем должны сохраняться узнаваемые для традиционного наряда детали. Обязательно шапочка, колпак. Она может иметь несколько другую форму, шиться в тон самому платью или быть однотонной. Обязательно большое количество украшений и на костюме, и на девушке. Для наряда, головного убора и обуви характерно обильное использование декора. Обычно это вышивка золотыми нитями, мусинами, монетами. Традиционным орнаментом для вышивки является растительный. Коллекция сценических.